Всем привет! В нашем большом городе мы можем видеть черты азиатской культуры, что вполне объяснимо. Но старинные католические храмы напоминают о том, что и европейцы оставили здесь свой след. Сегодня встретить француза или, скажем, поляка мы можем не каждый день. Но сегодня как раз такой день. Томаш Кукульский у нас в гостях. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. День добрый. Вот по-польски. Отлично. Вы у нас здесь не просто турист, вы живете и работаете здесь. Как долго уже? Ну, уже будет год и 6 месяцев почти, да. А как вы вообще отнеслись к назначению во Владивосток? Это для вас не было ссылкой? Это сложный вопрос. Будет чуть-чуть подольше, потому что это так не просто объяснить. Да, но прежде всего был страх, потому что, знаете, все в Польше думают, что Владивосток – это Сибирь. Но я уже знал, что это не Сибирь, потому что компания в России, она входила в состав региона, в котором я тоже был, как и польская компания. Я уже был в Владивостоке, тогда я знал, что это вообще не Сибирь, но как бы очень далеко. И еще, знаете, есть так много стереотипов в Польше. Все думают, что Россия – это такая дикая страна. Но, знаете, когда мне было 10 лет, я думал, что все в мире это католики, и они как бы похожи на Польшу. Но сейчас я знаю, что так нет. И до сих пор, знаете, для меня Владивосток – это как эпоха. Знаете, я любитель феноменологии. И для меня это была возможность, чтобы противодействовать стереотипам. И это есть правда, потому что для меня эта командировка, это вообще как бы так интересно и так... Я столько уже узнал, у меня вообще нет страха. Я очень люблю здесь быть. Есть такая польская пословица, я вычитала. Что француз придумает, то поляк полюбит. Вот вы, как истинный поляк, как бы объяснили ее смысл? Я большой любитель французского вина. Бордо, Бургунды, да, это в этом смысле, да, я согласен. Но как бы с точки зрения культуры между Польшей и Россией намного больше связи. Это я вижу, чем между Польшей и Францией. Но не все. Не все, что француз придумает, да. Нет, ну, может быть, любовь к какому-то изяществу, может быть, есть каким-то красивым манерам. Ну, красивые манеры, да, но как бы моя жена говорит, что французы, именно мужчины французские, они не такие чистые и хорошие, как... Нет. Ну, жене-то можно доверять. Да, жене я могу доверять, и тогда, ну, это не так. А вот о польских мужчинах пишут, что они очень галантные. Есть такой писатель, называется Мишель Фабер, это один из моих любимых, и он был в Польше, и его спрашивали, как вам? А он сказал, да, удивительно. Первый раз в жизни видел так много неверующих людей, которые ходят в костел. И это может быть так, что галантнее первый вид, но а потом уже не так. Да, есть это целовать ручку. Да. Ну, это как бы, ну, что это значит? Есть разница, потому что защита женщин в Польше намного лучше, когда развод есть. Я вижу, что в России это да, это закон. Да, но это так есть, потому что в России, да, я вижу, что это очень легко как бы уйти и сказать до свидания женщине. Если бы мода на хорошее отношение к женщинам была такой же повсеместной, как мода на оверсайз. О тенденциях в следующем сюжете. Вот и пришла долгожданная весна. Перезимовали. Самое время сменить тяжелую зимнюю одежду на яркую и легкую куртку, ветровку или красивый плащик.
Для создания весеннего образа лучше довериться профессионалам, а все мы знаем, насколько это важно, когда хочешь приобрести по-настоящему качественное изделие. Модели из коллекции O'Hara отлично сидят и придают стильный и элегантный внешний вид, благодаря тому, что при создании учитывались особенности фигуры россиян. Помогает найти весеннюю обновку и широкий размерный ряд от 34 до 62. В этом весеннем сезоне модницы будут довольны на пике популярности всеми любимые пальто в разной интерпретации – приталенные, подчеркивающие силуэт и прямые. Не потеряли актуальность и полупальто с различными вставками. Двусторонние куртки сочных цветов помогут быстро сменить стиль. Стильная парка, которая не сдает своих модных позиций вот уже много сезонов подряд, прекрасно согреет вас в сочетании с любым casual-образом. Мужская коллекция также поражает разнообразием ассортимента. Строгие куртки, молодежные легкие бомберы, а также спортивные модели. Подростковая коллекция удивляет своим удобством и практичностью. Создайте собственный стиль, тем более выбор позволяет. Вы сказали, что вы привезли с собой сюда жену. Да. Как она находит этот город в плане шопинга, в плане моды? Видит ли она разницу в том, как одеваются женщины? Да. Я вижу, что русские женщины, они очень хорошие одеты. Да? Могу так сказать? Да. Но намного лучше, чем в Польше. Я вижу, что это внешний вид для женщины в России он очень важен. Очень важен. Но просто есть больше красоты на улице. Я бы так сказал. Мне это очень нравится. А что моей жене нравится, что она очень много вяжет, шьет. Например, для нее всегда было это оренбургский платок. Это было такое «О!» Шедевр. Чудеса, да. И она тоже нашла здесь много как бы материалов и пряжи интересной. На нее это тоже как бы есть такая точка интересная. Мир не стал меньше, но люди стали ближе. Чтобы оказаться в другой части света, порой достаточно включить телевизор, а в нем очередной сюжет. Лето начнется по расписанию. В лагере «Золотая рыбка» ждут каникул и новых участников увлекательных смен. Dance Camp – это танцевальная смена. Мы из Москвы привозим супертанцора. Первая смена лагеря в Тавричанке стартует 3 июня. За ней занавес распахивает театр. Смена для юных актеров. Спорт и красота – тема третьей смены. А значит, будет спартакиада и уроки дефиле. Есть интерес к языкам? Welcome to Language Land. Также у нас смена будет мьюзик-холл. И вокалисты, и танцоры, и театралы могут собраться в одну смену. Политологи. Будем создавать свое государство, развивать навыки лидерства, ораторского искусства. Можно выбрать смену по интересам или по датам. Задорные вожатые из студотряда вместе не дадут скучать. Парусы, крылья, яхтенная и летная школа работают весь сезон. Для детей от 7 до 17 лет море занятий, а для их родителей спокойствие. Это врач, который будет находиться на территории. Это охрана, начальник лагеря, суперповара, которые будут вкусную еду готовить. Великая китайская стена, экскурсии и лазурное море. Международные смены начнутся с 3 июня в Даляне, с 20 в Байдахе. В Байдахе у нас 3 июля смена творческая. Это фестивальная смена, поэтому тоже приглашаем вокалистов, танцоров, инструменталистов. Будет международный фестиваль-конкурс «Мелодия моря». Томаш, а как будет по-польски жизнь в большом городе, если перевести? Житие в великом месте. Русские и польские языки достаточно близки. Когда вы учили наш язык, ну, какие-то слова, наверное, вообще давались легко, потому что они похожи. Можете примеры таких слов привести? Ну, это есть несколько. Но я бы начал из того, что в молодом возрасте мы все учили русского языка в школе. 8 лет. Но я был очень сильно против. Потому что это был Советский Союз. А я любитель свободы. Я либерал. Либерал. Я думаю, что свобода – это
основа любви. Но хотя я читал много-много русских книг. Ну, на польском языке, ну так, Достоевский, это был мой любимый, Толстой, был Бердяев, Шестов. Я очень люблю. А сейчас будет возможность, что я, может быть, в оригинале? В оригинале. Но языки похожи, ну, как бы, но есть много разниц. Например, в польском языке запомнить – это значит забудь. И у вас постоянно переключение сознания. Да, надо переключать сознание. Да. Ну так есть. Есть здесь сколько таких слов? Уродливый, да? Да, уродливый. Да, ну, уродливый. Это уродливый. Это значит по-польски красивый. Уродливая невеста значит прекрасная женщина. Кто бы мог подумать. А в следующем сюжете мы поговорим об уродливых явлениях моды. Ну, в смысле, прекрасных. Священное право каждой женщины быть особенно красивой весной требует реализации. На улице еще морозно, но в душе просыпается эйфория. И мы ищем свежие краски, новые наряды и мечтаем о переменах не только в гардеробе, но и в жизни. Особенно удачная охота за ними проходит в компании подруги, которая даст совет. Экспертом по поиску стильных вещичек для многих стал и Саша Фабиани. Сейчас нас неосознанно тянет к нежным и ярким освежающим оттенкам. Они идеальны для создания цветущего образа. Дополнить его и добавить стиля может обычная женская сумочка, если ее подобрать правильно. Хотя можно ли назвать сумки Гауди обычными? Эффектный дизайн, сочетание элегантности и оригинальности, возможность поиграть с фактурами. Насыщенные матовые, металлик, глянец, красивые тиснения, привлекательная и сдержанная фурнитура. Все это позволяет продемонстрировать свой вкус. Весенний хит – это рюкзак. С таким рюкзаком сложно остаться незамеченной. Особенно актуальными будут рюкзаки-малышки с красивой фурнитурой. В этом сезоне мода вернула стеганые вещи в наши гардеробы. Теперь они стали более элегантными и утонченными. Трендом верхней одежды весна-лето 2018 станет универсальный тренч. Он с легкостью может вписаться в любой стиль. Романтическое настроение переплетается с городским стилем. Походка становится легче, внимание направлено на детали. Эффектные пряжки и клепки – легкий акцент на оформлении каблука. В фаворе комфорт, без него не так просто порхать навстречу лету. Переменные обновления – это приятно, но не так легко. Поэтому важно делать выбор спокойно, не отвлекаясь. Здесь, как нельзя кстати, придется удачное соседство взрослой моды и детской. В Л'Аппетит юные красавицы играючи находят наряды, пока их мамы присматривают себе обновки. Пришла пора убрать все серое и тяжелое из жизни. Весна – время легкости. Ловите ли вы себя на моменте, что думаете по-русски? Да. Хотя бы иногда, уже да? Да. Уже да. Мне это очень нравится. В русском языке можно высказать просто прямо, и это звучит хорошо. А в польском языке так, может быть, из-за того, что мы все как бы хотели бы стать французами, так надо говорить так. Так, вокруг. И стали ли вы теперь как-то, может быть, по-другому относиться в целом к русским людям? Вообще. Когда узнали побольше. Ну, как бы у меня всегда было понимание, что не надо, чтобы стереотипы отражались на мнению. Да? Отношения в России, они очень, как бы, как это сказать, настоящие. Моя жена, опять же, говорит, что в Америке, например, там есть улыбка всегда, но она искусственная. В России в начале улыбки вообще нет, серьезное лицо, как бы, да? Но потом ты видишь, что это только из-за того, что этот человек, он еще не знает, какие будут отношения, да? А если потом хорошие отношения, есть улыбка, есть доверие, есть все. Сейчас давайте посмотрим сюжет и вернемся к нашим международным отношениям.
Проснуться в другой части планеты и почувствовать себя своим. Это возможно, когда ты знаешь английский язык. Ну а самый интересный способ его изучения – путешествие. Заботливые родители уже выбирают направление на предстоящие летние каникулы. Сможет ли знаменитая английская деревня в Корее вместить всех желающих? Раскроем секрет – их две. Это деревня Паджу и деревня в Янгпьон. Мы предлагаем программы на самолете 2-3 недели. Нашу группу сопровождает опытный руководитель. На борт приглашаются дети с 8 до 16 лет. Что особенно важно для первой самостоятельной поездки – хорошая компания, комфортные условия проживания и насыщенные занятиями и развлечениями дни. Детям просто некогда скучать. На территории деревни есть своя почта, больница, лаборатория и настоящая сцена. В каждом тематическом классе ребята, играя, узнают что-то новое. Дети погружаются в полную атмосферу английского языка, где преподаватели только носители языка. На выходные дети отправляются в парки аттракционов и аквапарки. Новая образовательная программа открывает детям солнечные Филиппины. Туристическая компания «Лагуна» стала официальным представителем Международной языковой академии на острове Себу, а значит, ребята из Приморья смогут серьезно повысить уровень знаний. А возможно, и подготовиться к серьезным экзаменам TOEFL, IELTS и Cambridge. I chose SMHE because the level of teaching here is really high and professional, and also met a lot of friends from other countries. Теперь найти правильный путь или сделать заказ в кафе просто даже в англоязычной стране. Свободно разговаривать в игровых и реальных ситуациях дети учатся за 3 недели, столько длится смена на красивейшем острове. Первую половину дня дети учатся с профессиональными преподавателями, носителями языка. Вторая половина дня – развлекательная программа. На выходные дети выезжают на море и морские прогулки. Мягкий климат, лазурные волны, свежий морской воздух – вот что называется полным погружением в языковую среду и незабываемый отдых. Давайте сейчас мы пролистаем некоторые заголовки новостей на польском языке и заодно проверим, не забыли ли вы родной язык. Просто надо читать постранично. Фестиваль фильмов в Берлине, Ксенгарня и Дубуатов. Два знакомые фильмы для тех, кто же кохают книжки. Отлично. Как красиво звучит язык. Следующее. Мове коты с трудом толеруют залив наших чувостей, гласкание е, стрессуе и фруструє, оглашили науковцы. Свят кочажи затрясся с обужения. Как се оказує, слушне. Я вот поняла, что это про домашних котов что-то, но не поняла, каким образом это в разделе новостей оказалось. Странно. Знаешь, потому что сейчас это, я думаю, из-за политики. Потому что сейчас наш настоящий лидер, у него есть очень известный кот. И поэтому, я думаю, так. И осталось последнее. Это песня. Колоровых ярмарков, бляшаных загарков, пежастых когучиков, балоников на дручи. Да, это я подсунула вам здесь известную песню. Да. Есть и русский вариант этой песни. Русский вариант, да. Это «Ярмарки краски» переводится. Краски. Да. К сожалению, все мне говорят, что это неправильно, но я люблю Круга, я люблю Шуфутинского, я люблю их всех, потому что они так прекрасно пьют русские песни. Да. Здорово. Спасибо вам большое за то, что мы немножечко так больше узнали о загадочной пане Польши, об этой культуре, об этих людях. Я надеюсь, что и наш город принесет вам удачу, и что вы запомните... Уже принес. Запомните его. Даже я запомню. Наверняка я буду сейчас... ну, не сейчас, но после моей командировки я буду сюда приезжать. Но это наверняка. Будем всегда рады. До встречи в большом городе. Наши партнеры Саша Фабиани. Актуальные новинки для создания стильного образа. Сеть детских лагерей «Золотая рыбка», Партизанский проспект 2, офис 12. Магазин «Охара» в торговых центрах «Планета» и «Черемушки». Туристическая компания «Лагуна», улица Светланская, 56, офис 20. Ресторан «Китайские истории».